Продолжаем. В Самаре подвели первые итоги проекта по социальному сопровождению инвалидов с психическими заболеваниями. Он был реализован в рамках госпрограммы «Доступная среда». Все участники старше 18 лет, ранее не проходившие реабилитацию в специализированных центрах, в течение 4 месяцев под руководством социальных педагогов, опытных психологов и психиатров они обучались самостоятельным бытовым навыкам. В проекте также приняли участие родственники инвалидов. Всего услугами социального сопровождения воспользовались порядка 40 человек. В следующем году планируется привлечь и другие возрастные группы. Специалисты уверены, такие занятия будут востребованы в семьях, где проживают подростки с психическими заболеваниями. Родители научились смотреть по-другому на своего ребенка в рамках психообразовательной программы. Родители научили видеть и не допускать обострения заболевания, да? Значит, оказывать своевременную помощь для того, чтобы не произошло обострение. Раньше ребята не были включены в такую деятельность. Теперь они подружились. Они приходили к нам и рассказывали о том, что теперь я знаю, как вести себя, когда на улице гроза. Я научился готовить пирожки. Я дома показываю, как это делать. Я знаю, что такое здоровый образ жизни. Я знаю, что такое личная гигиена. Конечно же, у каждого разные нарушения. Каждый усвоил эту программу на каком-то своем уровне. Но в любом случае результат был у каждого.